зарегистрирована и общаюсь с мужчинами только на сайте anastasiadate.com. Привет, меня зовут Катя. Я хочу тебе немножечко рассказать о себе. Все свое детство я провела в модельном бизнесе. Мне очень нравятся фотосессии, показы. Я очень люблю шумные вечеринки. Я не пропускаю ни одних премьер фильмов. С друзьями мы очень любим посещать клубы, театры, кафе, бильярды, боулинги, очень-очень много разных заведений. Но последнее время мы стали отдыхать на даче. Последний раз мы ездили туда на неделю. Мы проводили время, катались на катамаранах, на скутерах, загорали на пляже, жарили шашлыки. Но сейчас я приехала в Харьков, и мне очень грустно, так как мне уже хочется построить свою семью и найти своего молодого человека. Я хочу, чтобы нашелся мужчина тот, который будет разделять все мои интересы и сопутствовать со мной по жизни. Я хочу путешествовать с ним. Я уже много где отдыхала и бывала, но мне хотелось бы уединиться с настоящим мужчиной, где-то на Мальдивах, где мы могли бы побольше узнать друг друга, пообщаться, провести время и открыться. Я надеюсь, что этот мужчина будешь именно ты.